Всем привет, дорогие друзья, с вами Арао ТВ, мы продолжаем играть в игру под названием The Record, The Coma Record, немного я исказил название, потому что слишком уж давно мы в нее не заходили, по просьбам в комментарии, собственно говоря, и еще, так, если уж по чесноку говорить, то эта игрушка тоже давно меня поразила, она меня удивила своим небольшим концептом, который это, ну, вообще даже не видел, не сказал ни графики такой, ни ничего такого, и я прочитал комментарий, там, говорю, по поводу управления, то, что надо нажать кнопочку, так, не Е, а кнопочку F, там, типа, включить фонарик, можно и так, и можно с фонарика много чего лутать, а потом, если, короче, фонарик выключить, нажать кнопку S, то можно, короче, вот так вот стоять, и, типа, мимо тёлка пройдет, а W это, короче, кувырок, в общем, управление меня проинспектировали меня в комментариях, но в конце-то концов я, наверное, думаю, разберусь, хотя, я думаю, немного сложно, кто ждет тёрку, хочу сразу сказать новость такую, она выйдет чуть попозже, потому что сейчас я там крафчу броню, и это, ну, короче, с моим графиком, если смотреть, то очень долго её крафтить, короче, не особо важно, но просто выйдет попозже, просто ждите, все выйдет, все я все помню. Так, а мы продолжаем играть в игру, то есть в прошлой серии, как все помню, мы пришли на экзамен, чувак один сдох, потом, ну, короче, просто посмотрите прошлую серию, там, в общем, тёлка, в общем, этот чувак уснул, я до сих пор считаю, что это был сон, но пока не могу сказать, поэтому давайте мы с фонариком пройдем дальше, не знаю, намного ли его хватит, тут сказали, что можно с фонариком что-то лутать, ну-ка. Так, я нашел предмет. Монетка. Отлично, 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 погоди, а у нас был еще автомат, можно же на автомат, да, использовать, погоди, тут что-то еще есть. Что-то еще есть, да? Найдена записка. Отлично, записка. Что за записки? Чем мы каждую... Наверное, нужно добраться до главного здания. Могу попасть туда через кафетерий в 3F. Это наша основная задача, да? Типа, да, будет. Блять, я немного забыл, как смотреть книжку свою эту, блядь, записную. Забыл совсем. Вот, блядь, одно напомнили, другое забыл. Так, ладно, мы идем, идем. Еще тут что-то монетка какие-то. Ну, я думаю, мы будем все лутать, наверное. Опять найдена записка какая-то. Но у меня тут снизу вот есть такие 4 кнопки. Она схватила, ты живой, таинственная девушка. Смотри, таинственная девушка никогда раньше не видела. Она точно самая красивая девчонка в сейве. Нет, тут еще есть карта. Ну, короче, вот я не знаю, у меня прошлой серии как-то немного сдвинулась игра. Надеюсь, что не будет в этом. Так, погодите, тёлка какая-то. Опаньки. А что он тут делает? Темнота, блин, какая тёлка? Погоди, стоп, секундочку. Я Соль, это ты, помнишь меня? А, это та тёлка, которую мы в начале игры познакомились, я помню. Ты еще живой. Интересно. В смысле? Алло! Едва ли, на меня напала мисс Сонг с канцелярским ножом, она пыталась меня убить. Нам нужно убираться отсюда, а что ты здесь делаешь? Успокойся, паника тебя только убьет, если, конечно, ты сам этого не хочешь. Ха-ха, чё за фетишизм, ебать? То, что, типа, знаете, меня хотят убить, и мне, типа, это нравится. Да пошли в жопу вообще. А как мне не паниковать, ты хоть слышала, что я сказал? Держи себя в руках или закрой рот. Я то и начинаю думать, что ты впрямь хочешь, чтобы убийца нашел нас. Это правда, да. Убийца? Ладно, наверное, немного погорячился. В смысле, мисс Сон, по-твоему, явно того, но с кем такого не бывает на экзаменах? Ну, бля. С кем такого не бывает на экзаменах? Это же, блядь, пиздец какой-то. Психушку надо ехать. Такое, вы что, представляете ему, чтобы у каждого на экзамене такой психоз был, чтобы потом убивать нахуй всех было, бля. Все куда опаснее, я не собираюсь тратить время на объяснение. Это твоя мисс Сонг может быть ответственна за всю эту резню, что я повидала в той же школе. Ты здесь не случайно, но и выйти не сможешь. Погоди, стоп, секундочку. То есть... Ладно. Будем прочитать. Я что? Я не... чё? То, что здесь произошло в этом темном месте, связано с твоим реальным миром. С моим... В смысле, реальным. Что-то тебя сюда занесло, если ты хочешь выбраться, придется узнать, что. Найди свой ключ от выхода отсюда. Вот это уже сюжетик разворачивается. То есть реальный мир, потусторонний мир, это... Это, короче, интересно, это фантастика. Я всегда любил там фильмы, знаете, «Назад в будущее» и прочее, фантастика. Я люблю фантастику, просто люблю. Вот мне поэтому она очень сильно нравится. Темное место, а сам понял, посвятить... понял, да посвятить не помешало бы. Ты же меня разыгрываешь, в смысле, ты себя сама слышал. Блядь, эта тёлка вообще какая-то странная с самого начала нашего разговора. Ты сказал, что убийца выглядит как твоя учительница, так? Почему она? Тебе надо выяснить это, пока не станет слишком поздно. Вот, блядь, вот, сука, вот опять. Стоим вот опять, вот знаете, вот во всех этих фильмах, во всех этих вот... рассказах, там, Гарри Поттер, не Гарри Поттер, постоянно говорят там что-то, ты это поймешь сам, или, знаете, никогда конкретики не дают, вот меня вот это так бесит, и приходится все самому узнавать, блядь, извиняюсь, что микрофон бью. Что ты имеешь в виду, говоря, выглядит, в кавычках, как она? Я должен был встретиться с мисс Сонг после уроков, но уснул во время экзамена, когда проснулся, она стала носиться со мной. А, ты, знаете, это какой-то монстр, типа,
который трансформируется в человека, которого любит, или что-то в этом духе. Это штука. Не та миссон, которую ты знаешь, но это очевидно было. Возможно, некое место, связанное с твоим учителем, прольет свет на эту тайну. Почему бы тебе не проверить ее рабочий стол? Типа на компьютере. Ее стол находится в учительской, она в главном здании, но двери закрыты. Стоп, а что мне там искать? Я уже там была, нашла записку, в которой сказано, что ученик из 1А отнес ключ от дверей к себе в класс. Здесь также написан код доступа к двери. От двери. А что насчет тебя? Кафетерий, знаешь ли, не самое лучшее безопасное место для отдыха. И как ты вообще сюда добралась? У меня свои причины были быть здесь. Просто иди в класс 1А и найди тот ключ, еще увидимся. Да, конечно, если кого-нибудь из нас не прирежут. Блять, это вообще не прикольно. Так, взлом замка. Нажать кнопку Е, подождать, и можно войти. Нормальный взлом. Это гораздо проще, чем во всех этих. Ну ладно, у нас хотя бы фонарик есть, так, это ее сумка, да? Так, а, можно, да, что-то купить. А, кофе эспрессо, нихуя, 1500 этих W-ишек, блять, или что это такое? Вилли Вонка, блять, доллар, или что? W какой-то перечеркнутый, это как доллар, только W. Перечеркнутый. То есть есть буква S, перечеркнутый доллар, это, ну, доллар, а это какая-то хрень. Так, бутылка воды стоит 500, блядь, таких, что у них там за валюта такая? Хороший способ удалить твою жажду, освежить голову. Ну, давай купим. Купить, да? Ну, на всякий, водички не помешают. Водичка у меня всегда с собой, как бы я всегда с собой ношу не видеокамеру, а водичку. Так, нам туда не надо. Погоди, нам нужно идти в класс А, то есть нам нужно обратно сейчас, да, спуститься. То есть, ну, блядь, слушайте, я немного сыкую что-то туда идти. Тут так безопасненько, музыка играет, вроде никого нет, а там, блядь, тёлка уже на той стороне, сука, она же за нами в прошлой серии гналась, вы все помните, да? Так, надо проверить управление. Кнопка Е, это, блядь, во-первых, перезаписаться, да, то есть сохраниться нам нужно. А во-вторых, кнопка F, это, короче, выключить фонарик и нажать S. Все, я понял, все. Так, все, кнопка F и фонарик. Так, вернемся к нашим кошмарам. Чувак, мне что, правда, возвращается класс А, почему я должен ей верить? Ну, блядь, я тоже, кстати, не знаю, почему я верить я должен. Погоди, чувак писал в комментариях то, что, типа, если нажать кнопку, типа, S и выключить фонарик класс А, то, типа, мы так можем скрыться, даже если она будет вблизи. Я надеюсь, ты прав, чувак, потому что я сейчас сыкую что-то. Ща передерну, нахуй, что-то такие за стену у них, блядь. Так, первый класс А, блядь, да почему он, сука, в самом конце-то? Класс А ведь, да? А, он, блядь, вообще, сука, снизу, ебать. Блять, он вообще снизу, надо на первый этаж-то идти, чё я тут туплю-то? Блять, сука! Ты чё, сука, швара ебаная? Блять, хуя, внезапно появилась, вы чё так ебанулись людей-то пугать? Ха-ха-ха! Нихуя! Блять, да зачем я наверх пошел? А погоди, а может там? Бля, законифолился! Ой-ой-ой, у меня одна хп! Я убегаю, пацаны, я убегаю! А, все хорошо. Бля, почему так резко появился, ёпти? Заходи, сука, взламывай замок, ебанушка! Давай, блядь! Ух ты, там, блядь, кример появился. Ебануться, в девке гнуться. А погоди, как хп это восстановить, блядь? Пацаны мне про хп ничего не писали. О! Кофе экспресса. Так, хороший кофе, ты останавливал снижение сил. Ну, это энергетика, прибавляет сил. Бутылка воды, хороший способ удалить. Ну, погоди, нам у нас пока 3 хп. Блядь, я пересрал сейчас реально. Вы чё, пацаны, такой нахуй? Такую хуйню, блядь, водить, вы чё? Почему так резко-то появляется? Охуеть, я сейчас обосрался. Такого резкого скримера никогда не видел в своей жизни. Вы чё? Я даже прояснился, я даже запинал. Блядь, погоди, нахуй сюда иду, блядь. Нахуй сюда иду, там эта тёлка, мне нужно вниз, блядь, идти. И все, так, погоди, у меня сил, нужно снять силу, блядь. Сейчас, сука, сейчас, все. Все, блядь, сейчас эта хуйня... Так, никого нет, отлично. Так, и мы хп даже не установили, блядь. Так, опаньки. Я нашел пример, бутылка воды. Ой, малочка, а, так, погоди, можно вообще... Ух ты, нихуя себе, тут что происходит-то, ё-моё? Это же реально кошмар, пацаны, да вы чё, вы мне такой хоррор вам предложили, это же вообще жопа-то. Бля, я думал, там нормально, такое начало будет не так сладко. Опа, что-то там блестит. Блядь, ВКонтакте, сейчас погодите, пацаны, выключу нахуй. Так, все нормально, я, ну, выключу. Так, я нашел предмет ключ от главного здания, отлично. Это ключ от главного здания, теперь смогу попасть в учительскую. Это и правда поможет мне разобраться в том, что случилось. Не знаю, я хотел как бы с миссом-то замутить, а тут такая херня. О, можно в шкафу заныкаться.
Погоди, ну это только в том случае, если она, короче, тут появится. А то, что она тут появится, это, конечно, маловероятно. Но она, судя по всему, она не может сквозь эти интерьеры проходить, то есть сквозь комнаты. Так, нам нужно сейчас наверх. Наверх, погоди, так а он сказал от главного здания. А, вот главное здание-то справа, блядь, ебать. То есть давайте мы, короче, знаете, как сделаем? Мы сейчас, короче, пробежим по бырику вот так вот, вот сюда, к туалетам, блядь. К туалетам пробежим, блядь. И все, так, и потом наверх и справа сразу. Ну, все понятно. Давайте, знаете, что побыстрее даже. Мы даже вот через ту дверь выйдем. Так, сейчас силу накопим. Силу. Она вроде через интерьер не может проходить. Так. Блять, кто это? Сёха! Чувачел, и ты тут, блядь, да вы что тут, пацаны-то нормально, что ли? Хотя ладно, мы не один тут, хорошо. Так, задрот пришел из Майнкрафта. Так, вот, блин, ты в порядке, нужно отсюда убираться. Это место сошло с ума. Эй, вдохни поглубже, бро. Ты бы сейчас видел свое лицо. Где-то сон или реальность, я что-то вообще нихуя не удупляю. Ох, почему у меня такое чувство, будто я один тут нормальный? Мессон гналась за мной с канцелярским ножом, окровавленным ножом. Погоди, ну та, ну, тёлка-то, она как бы, в смысле, ты говоришь, что ты один нормальный. Тёлка-то тоже, она знала про эту Мессон, когда говорила то, что тут кто-то с ножом ходит побыстрее, пока тебя не убили. Почему один нормальный, она тоже все понимала ситуацию, ну ладно, неважно. Воу, да ты сбрендил, не надо меня так пугать, бро, ты же её любимчик. Зачем мне понадобилось тебя убивать? Да и в этом же нет никакого смысла. Знаю, просто поверь мне. Я понимаю, что это звучит бредово, но это правда. Если увидишь ее или кого-нибудь похожего на нее, беги. Ну ладно, а почему тут стоишь? Слушай, если сказано тобой правду, тогда давай найдем охранников. У них есть ключи от всей школы, включая главное здание. Спорим, что они сразу прибегут, если мы им фигу в камеру сунем. Бля, не знаю, лучше не паниковать. Да, точно, чувак, давай мне свой телефон, звоним в полицию. Блин, спасибо, что напомнил, чувачело. Я вечно забываю телефон наверху. Подожди тут. I'll be back. Ну, это отсылка к Терминатору. Сдурел, что ли, нужно держаться вместе. Кстати, хреново пародия на Шварценеггера. Точняк. Вот дерьмо, уже убежал. Ну что, прям хочешь, чтобы я стоял тут ждал? Да ну нахуй, ты чё? О-хо-хо-хо! Хуя ты, блядь. Как Дед Мороз. Погоди, так, а наша миссия такой. А, ну дальше идти в кафе, так, а нахуя мы встретили его, он сейчас туда сюда придет, блядь. Блять, он ушел, надо реально вместе держаться. Ты че, чувак? Я шмонать класса не буду, нахуй это дело мне нужно. Я сейчас обострюсь, пока буду ходить тут. Сейчас, как только тёлка появится, мы сразу щеманем наверх. Тихо, 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 блядь. Сука. Так, кафетерий. Все, ебем. Тихо, тихо! Хорош! Так, все, перезахраняемся. Она тут, листает этот свой журнальчик, так спокойненько стоит, блядь, как будто, знаете, как будто все нормально. Она, сука, сообщница по-любому. А знаете, что нужно сделать? Нужно, короче, с ней замутить, чтобы все было на нашей стороне. Ладно, неважно. Пиздим. Я нашел ключ, даже наткнулся на Сёху, он пытался... На Сеха. Я пытался вернуться за ним, но он просто исчез. Сеха? Кто это? О, Сеха мой одноклассник. Толстый такой, в очках, немного тормозной. Понятно. Так, твой дружок тоже здесь оказался. Интересно, ты из первого Е, верно? Ага, это мой класс, и в нем мне стал сниться весь этот кошмар. Блин, такое ощущение, что все-таки это сон. Но я пока не могу понять. Замечательно, а ты до сих пор считаешь, что все это сон? Почему бы тебе тогда не открыть дверь и не проверить? Блять, это уже опасно. Так, что это... А ты что, пошли вместе? А ты что, стрессил? У меня есть дела поважнее. Чего ты там, блядь, дело поважнее, журнальчик листаешь, что ли? Дело поважнее, я ему на толчке этим занимаюсь. Дело поважнее, блядь. Я буду сидеть, как бы, на диванчике и читать журнальчик. У меня есть дело поважнее, действительно. Буду заниматься документом. Ах, да ладно, что сегодня совсем происходит? Блядь, тупая тёлка какая-то, реально. У меня есть дело поважнее, еще листать журнал, блин. Еще бы кофейка выпил. Так, погоди, стой, тут еще какая-то мелочь завалялась. Найдена записка, погоди, вот. С этими записками я что-то вообще не понимаю. Так, вот это главная миссия, это понятно. Так, магия. Я не поверю своим глазам, она показала мне телекинез, словно маг из компьютерной игры, книги, ручки, ласики. Чего? Автор Сёха Гил. Это типа записки, это типа отсылки к чему-то, то есть... Опа, можно посмотреть. Так, найдена еще одна записка. Типа это... Так, она протянула мне руку, словно хотела, чтобы я ей что-то отдал. Не знаю, может быть это отсылки к чему-то. Я не знаю, как читать, дорогие друзья, напишите в комментариях или нет, потому что... Это, может быть, какие-то дополнительные истории, которые, ну, не особо к сюжету, короче, относятся. Уф, что мне сегодня остается делать? Может быть, кто-нибудь из школьных офицеров одолжит мне ключ? Нет, они вообще там. Мисс Сонг не убийца, ни за что. Но она и не выглядела как человек, что если я соль была права? Лучше мне пойти.
Вы открыли дверь, ключ был убран в рюкзак. Ну, хотя бы убран был в рюкзак. Главное здание, класса третьеклассников, служебной комнаты. Отлично, блядь, тут такая же хуйня. Да что ж такое-то, блядь? Так, мой класс 1Е, мы, значит, идем сменить карту на ID. Погоди, ID. Так я нажимаю ID, блядь, нихуя не происходит, куда мне идти-то? ID, блядь. Сменить карту, алло. Алло, ID. Или надо вместе нажать? Или нельзя поменять? Ну, блядь, давайте просто пойдем. Так, я не очень хорошо знаю это здание, надо глянуть карту. Блядь. Опа, так, одна капелька крови плюс сердечко равно 4 раздом. Чего, блядь, нихуя не понял. Так, тёлка висит волосами вниз. Сердечко одно вниз. Типа это его нервозность, а не убийство или что, блядь? Так, за ногу может что-то схватить. Да вы чё, блядь, ебанули что ли? У меня так сердечек мало. Тут туда за ногу может схватить, ебать. Погоди, стой, да карту чекнуть сейчас. А, вот! Так. У нас есть два пункта, в которые мы должны прийти. Первый это учительская, третий это пост охраны. Давайте мыслить логически, как там, короче, укоротить путь. У нас есть два варианта. Либо мы сейчас спускаемся на этаж ниже и идем в учительскую. И потом из учительской сразу сюда вниз побежим. Либо мы сначала идем вниз, проходим класс биологии и пост охраны, а потом уже наверх идем. По логике, как в каком-то из этих путей... Вот я не знаю, что вот это такое. Это дверь, наверное, да? Вот эти вот три пункта. Дверь. Но я не особо хочу съебаться с дверью, если что-то пошло. Если вдруг взламывать надо будет, а вдруг там кто-то будет. Поэтому давайте мы спустимся вниз, пройдем через класс биологии, потом через медпункт и на пост охраны. Сначала охрану подымем, там посмотрим, что там уже. Может быть, они с нами к нам присоединятся, а потом в учительскую пройдем вместе. Так будет, наверное, побезопаснее. Да, я тоже так думаю, поэтому давайте так и сделаем. Так, вниз. Так, тихо. Блять, ебать, погоди. Надеюсь, тут никого нет. Так, вроде все спокойно. Мы на 1F. По бырикам на пост охраны. Так, если что, включав... Блять, тихо. Ёб твою. Тут еще так музыка резко включается. Чё это? С какой планеты жуткие растения? Неужели кто-то в лаборатории вызывает их рост? Блять, вообще пиздец какой-то происходит. Так, реальный класс биологии по точнику. Так, сейчас медпункт идем. Пока спокойненько, отлично. Так, кто это? Чё это было? Так, что-то бульдог там? Мергустройство, блять, целых месяц паяльных работ каких-то. Нахуй. Не буду ничего... Ой, ты еб... Ёб твой... Так, мы... Пост охраны, вот он. Вот. Все, мы уже пришли. Секьюрити, нахуй, блядь, тихо, осторожно, там может быть тоже опасно. Тут никого нахуй нет. Ну, как собственно говоря, и... так, найдена записка. Чё за записка, блядь? Так, дневник охранно. Здание школы старое, так что предмет обслуживания и отопления обходится недешево. Выглядит, конечно, неплохо, внутри сделали новую отделку, но, как по мне, лучше бы снесли, построили заново. Не понимаю, любовь сейвы к старым зданиям. Блядь, да тихо ты, успокойся. Так, ну ладно, понятно, охранник что-то пиздел, у него псот тут, синий экран смерти, кстати, системка старая на 11-м, сейчас уже черный экран смерти, это уже не актуально, видно, что игра старая. Так, наверное, записка, отлично. Опять же, какая-то записка, я нашел предмет, бутылка воды, ой, да, блядь, а бутылка воды, это вообще круто. Давайте, кстати, выпьем бутылку воды, что она там дает у нас, кстати, их довольно много используют. И что? Просто гору промочу, сука, я тоже хочу промочить гору. Так, старое фото девушки, нам это пока не нужно, записка. Так, секретный приказ. После прочтения сжечь. По моему сигналу отключишь камеры. Автор, председатель мод. На первом этаже и все уберешь. Меня не волнует, как мне нужно остаться вместе с сестрой наедине. Не делай ничего безрассудительного. Блядь, да ты че? Погоди, стой. Так, тут что-то блестит у нас. Я нашел предмет, ключ карты персонала. Блядь, погоди, тут нет охранников, что ли? Какого хуя-то охрана-то, блядь, на работе-то? Что-то я не понимаю, какого хуя-то, блядь, Корея, южные охранники не на работе. Куда съебались-то все, блядь? Опять бухают, что ли, там? Я нашел ключ-карту персонала, он откроет мне доступ. Он, ключ-карта, это вроде как она. Откроет мне доступ к большинству закрытых комнат, но это не тот ключ, что я искал. Я какой-то ключ искал. Так, можно забраться в сервер и типа что-то с ним сделать, чтобы училка, короче, задумалась, да? Понятно. Ну погоди, у меня нет сервера никакого. Что я могу сделать-то? Нихуя не могу сделать. Пока. Сука, тут столько много инструкций показывают. Я потом это все забуду и сдохну, короче. Так, давайте сейчас энергия у нас до конца установится. Мы сразу щеманем, значит, пост охраны. Мы налево, наверх сразу в учительскую. Отлично. Блять, надеюсь, там никто не стоит, сука, у кого входа.
Блять! Эй, тут кто-нибудь есть? Пусть это будет охранник. Вот эти уставки, они... Понимаете, я пугаюсь только потому, что неожиданность какая-то. А тут... Вот эта ставка, значит, игра пока остановлена, и можно приготовиться морально, чтобы туда. Так, эй, тут кто-нибудь есть? Пусть будет охранник. Ты не видишь, что ли, тут, сука, блять? Твою мать! Погоди, что делать сейчас? Вот ты где! Блять, ой! Погоди, спрятаться, да? Нормально, да, сделал? Так, судя по звукам, она убежала. Нам нужно наверх, блядь. Так, работает, реально, работает. Блядь, я только одно сердечко потерял, это пиздец. Давай без фонарика, нахуй, я так все вижу, блядь. Я, нахуй, этот черный пла... Ой, блядь, сохраниться можно? Так, сохраняемся по бырику. Так, главное здание, давайте побежали, нахуй, до учительской. Так, судя по звуку, училка где-то рядом. Блядь. А, учительская, вот она, сука. Дверь забира... Сука, что делать? Погоди, может заныкаться? Так, внутрь не залезть. Блядь, да сука, ебаная моповая. Швабры ебаные, никак не залезть. Погоди, а как тут... Блядь, там кто-то идет, сука, я слышу его! Так, дверь заперта, да сука! А куда мне, сой? Погоди. Бля, а что делать-то? Так, да что хули, все закрыто-то? Так, а как мне залезть-то туда, блядь? Мне нужно залезть как-то, я не могу залезть, сука. Чё, куда залезть? 40 тысяч будешь платить, блядь. Так, тёлка ушла, отлично. Пить хочется, но вода внутреннюю шат доверия. Ты дурачок, ты как попасть-то, блядь, в училищку, сука. Ну мы сохранились, это уже хорошо. То есть, если нас... Так, а вот, погоди, тут кофейник какой-то. Чё вот это за жёлтые такие? За жёлтые такие... так, ну погоди, вот учительская сама, да? Ну как войти-то в неё? А, вот. Он взламывает. Так, открыто, отлично. Заходи давай быстрее, блядь. Так. Сервер можно сломать, да, я так понял? Ага. Чтобы если кто-то зашел сюда. Нихуя не крутая музыка. Зовут Шикен Хи. Так, посмотреть. Несколько отчетов и других документов. Воу, сука, да я же сервер, блядь, включил. Какого хуя-то? Я ж сервер, блядь, включил! Как ты, блядь, меня завалил-то, сука? Ты чё охуел, шмара? Я ж сервер, сука, для кого включил-то, блядь? Она, получается, через декорации проходить может? Ебануться! Я ж сервер, сука, включил, блядь! Ты там звуки, блядь, издавались! А, погоди, это, наверное, привлечь её, да? Это, наверное, её привлечь, да? Типа, привлечь щёлку, вот этот сервер включить. Блять, сука, я сейчас обосрусь. Ебанутая шмара какая, вообще неадекватная. Я, ну, мне не до страх, походу. Я нужно поебаться с кем-то. Она, блядь, за школьниками бегает, пиздец. Я нашел предмет, блядь. Сначала подумал, нормальная милфа такая. У меня, сука, 2 хп. Как хп? О-хо-хо! Windows 7, пацаны! Пацаны, чубаки! Windows 7, блядь. Нам на Windows 11. Так, ну-ка, что-то. Бинты останавливают кровотечение большой раны. Так, ну у меня кровотечения нет. Так, становится снижение сил, прибавляет сил. А, это типа выносливость, а мне нужно что-то связанное с сердечком, блядь. Потому что у меня хп мало, мне всего лишь 2 хп. Чуваки, опять бутылка воды, сука, заебали. Так, что это здесь? Какая-то записка. Отлично. Так, смотри, пин-коды. 2B1042, 2C5331, 2D4012. Стоп, это же коды доступа к классам. Отлично, теперь я смогу открыть электронные замки. Нихуя у них электронные замки, блядь, в школе. Блядь, чувак, надеюсь, ты запомнил. Мне не надо будет идти сюда обратно, чтобы водить его, потому что... Так, я нашел пример, зеленый чай, да и мане. Ну, рюкзак уже полный, да, блядь. Хуйня вопрос, блядь, сейчас выпьем что-нибудь. Так, может, бинты все-таки... Ну, у нас нет кровотечения, сейчас вот бутылочку выпьем. Да, у нас бутылка воды нам нужна, поэтому мы чаёк-то возьмем. Мне интересно, что чай дают, какой эффект. Да, типа, это... Смотрите, мы сейчас выходим из этого, как его... что это? Сейчас мы, короче, прошмонаем, включаем вот этот сервер, она прибегает, какое-то время и она тут стоит. И, короче, так, мы уебу. Стоп, это же мой табель успеваемости, а у других учеников я же его ничего не видел, думаю, ничего не будет, если я взгляну. Здесь написано, что я завалил 3 предмета. Ёлки-палки, что это за прошлый семестр или этот? Непонятно, да?
Детали не указаны, да и даты проведения экзаменов не видно, только мое имя и мой список предметов. Блять, это вот почему? Она, походу, видимо, с ума сошла. Видимо, мы ее слишком сильно возбудили. Алгебра, окей, признаю то, что я весь семестр спал на математике, явно не пошло мне на пользу, окей. Обществоведение, сообщество мы с людьми, я не в ладах или с предметов, но как умудрился его не сдать, ума не приложу. Так может быть это за этот семестр, типа, ты сейчас проспал, типа, три завалил. ИЗО? А это как я завалил? Теперь я понимаю, почему мисс Сонг так беспокоилась о моих оценках. Настоящая мисс Сонг. Да? Нихуя себе. Это все, что я мог найти. Интересно, где я соль? А ты девушка странная. Да, уж подозрительная. Не, мне интересно то, что, как бы, то, что у них оценки не показывают друг другу. Несколько отчетов, другие документы. Типа, у нас обычно, когда оценки показывают, так их показывают, сука. Так, тут можно заныкаться, окей, два шкафчика. Так, тут можно... Внимание учителям, пожалуйста, не впускать сюда учеников без уважительной причины. Мы поощряем вашу беседу, напоминаем, что в случае кражи важных документов остальные без присмотра. Так, смотрите, мы до сих пор разгребаем последствия этого инцидента. Если вам нужно провести беседу, пожалуйста, воспользуйтесь кабинетом для консультации или залом отдыха. Спасибо, замдиректора Джим Тоник. Джин и Тоник. Так, ладно, а погоди, куда нам дальше-то идти? Неужели этот кабель с оценками и есть тут ключ, к этому говорю, а соль, что надо спросить у нее? Так погоди, а где эта тёлка-то? В кафетерии она, да, была вроде, да? Так, ну все, получается, сейчас мы, получается, что же делаем-то, блядь? Ну смотри, она сейчас прибежит вот сюда. Мы сейчас ее призовем вот этой хуйней, вот этим сервером. Сейчас мы сервер сломаем, и типа она прибежит через вот эту дверь. То есть она вот тут вот побежит, вот так вот зайдет. Нам нужно как минимум здесь выбежать, вот так вот. Через старый склад и потом в кафетерии. Я думаю, да, давай так и сделаем. Так, все, уебываем. Блять, на... Открыто. Так, я слышу, там кто-то идет. Каблучки, стук каблучков. Так, наверх. И в обратную сторону, все. Тут сейчас никого нет. Ты ду... Блядь! Выключай свой фонарик! Да выключай фонарик, ты тут уёба, блядь! Дебил! Где мы? Блядь, что мы тут делаем? Да хуй ты, блядь! Да в смысле, её же сервер должен был этот... Блядь, её сервер должен был... Пиздец, я в служебных комнатах спрятался. Открыто, отлично. Бля, я теперь понял, как понять, как она приближается. Нам нужно, короче, если мы слышим звук каблучков, то значит тёлка уже рядом. Но, блядь, сервер-то здесь был, камон. Она должна была прибежать. Почему она не прибежала? Я чуть не понял, нихуя. Надо, ну, фонарик, я думаю, наверное, как бы не тратится. Нужно вообще сохраниться по бырику. Так, чай, да? А, бинт нашел, отлично. Что у нас там по этому? По рюкзаку. А, у нас еще нихуя тут нет. Ни чай липта, ничего, блядь. Так, бутылка воды, отлично. Так, какая-то записка, да, это мы помним, записка для доступа. Так, чай липта нашел. Погоди, а бутылка воды, а, ну мы выпили бутылку воды, да, я так понял. Так, может быть заныкаться здесь, типа. Давайте заныкаемся. Так, погоди, вот когда наверх мы поднялись, там был завал. То есть, получается, нам сейчас нужно вниз идти. Да, нам сейчас нужно вниз идти, потом вверх, потом опять вверх и в кафетерий. Там она не пролезет. Все, сейчас я все понял. Сейчас вниз идем. Сейчас вниз идем и до конца, потом наверх. Потом наверх и сразу так. Сейчас вызываем сервер. Сейчас, погодите. Мы отдышимся. Ну, чтобы силу. Ищем о нем сразу. Все, бежим. Блять! Да какого хуя она сразу за нами-то щеманула? Блять, тут еще замок, ебать! Надо было сразу взломаться! А! Это что такое было сейчас? Надо было сразу взломать замок, короче. Так, вниз. Вниз и щемим. Погоди, так тут завал. А почему тут завал? Тут никто не предупреждал про завал. Так, там кто-то есть, мне кажется.
Там глюк, что ли, какой был? А где завал-то, блядь? Старый склад. Погоди, почему там завал был? Там бы не было завала. Так, она нас не слышит. Сука, заебала ты, тёлка, блядь, ебаная! Я уже заебался, сука, от нее бегать. Я чё, блядь, я френдзону, что ли, делаю? Тёлки обычно во френдзону кидают-то. Хули я, блядь, тут при чём? Завалы какие-то, блядь, ебаные. Так, все, сейчас вниз опускаемся. Да, блядь, ты заебал! Давай, заходи! Сука, ну и тёлка, блядь, тупая! Я уже заебался от нее бегать. Но она сюда вроде никак не пробирается. Так, кафетерий. А, вот тём. Ну да, у меня есть важные дела, как бы, я тут буду. Так. И чё? Погоди, так куда нам нужно-то? Блять, погоди, я что-то не понял. Там не было никакой метки. Так, назад. Я соль сказал, что мне нужно попасть в учительскую, чтобы поискать там подсказки. Блять! Я, короче... Я там что-то не забрал, да? Я там что-то не забрал, да? Блять, я слишком запаниковал. Я там что-то не забрал. Я там, сука, что-то не забрал. Вы ебанутые, что ли, блять? Я там что-то не забрал. Ну-ка, на паузу, на паузу, на паузу. Так, пацаны, я совсем забыл про табель, который тут был, блять. Я его только что забрал, оказывается, он нужен-то, а не вот эти коды, блять. Я что-то слишком запаниковал. Я, знаете, я придумал сейчас такую херню. Сейчас я открою дверь сначала. Вот так вот. Потом активирую сервер. Тёлка там будет, ну понятно, она сейчас сюда придет. Так, сейчас мы восстановим силу, как только подбежим к серверу. Силу восстановим, чтобы, ну, не проблем его. И мы сейчас к Ясоли щеманем. И на этом, я думаю, закончим серию. Сейчас, погодите. Так. Все, бежим, ёбам отсюда. Она как-то очень быстро пришла в прошлый раз. Так, нам нужно в обратную сторону бежать, потом на четвертый этаж. Потом вот сюда как-то. Так, потом, ну, короче, каблучков не слышно вроде как. Так. Где мы? Сука, мы не здесь, где, мы не там, где надо. Воды выпей. Молодец, выпил воды, дальше бежим. Сука, бежим дальше. Нам чуть-чуть еще осталось, буквально чуть-чуть. Сука. Давай, до кафедрей добежали. Тут никого нет, все, отлично, заходим. Фу, добрались вроде как. Добрались, сука, вроде добрались. Сейчас, погодите, спросим у Ясули, что ей нужно. Ёб твою! Погоди, надо сохранить сначала, прежде чем поговорить с ней, да? Я на всякий случай сохранимся. Ну, вдруг что, вдруг надо будет что, типа, там делать. Пацаны, я сейчас подумал, может быть, сейчас как раз на этом не закончу пока, а то вдруг там какой-то кошмар, блядь, сейчас произойдет. Поэтому давайте пока закончим на эту серию, мы как раз полчаса поснимали, довольно было интересно, немного пугающе, конечно. Пока что хочу всем попрощаться, всем до скорого, всем пока, надеюсь, мы выживем, будет у нас все отлично и хорошо. Потом всем до скорого, всем пока, конечно. Ну, зончик не очень уже. Прошлая серия нравилась, сейчас уже не очень.